В Северную Осетию поступила первая партия медицинских масок. 150 тысяч штук распределили между медучреждениями и аптеками. Продавать маски будут по фиксированной цене. Механизм обеспечения республиканских медучреждений и аптек всеми средствами индивидуальной защиты совместно разработали Минздрав и Минпром. Предполагается, что сбоев не будет. Подробнее расскажет Алана Тамаева. Есть ли защитные маски? С этим вопросом в аптеке заходят чаще всего. Из-за пандемии коронавируса они в дефиците. Но с сегодняшнего дня маски есть во всех аптеках сети фармации. В сети фармации 54 аптеки на территории всей нашей республики. И в каждой из них сейчас есть все средства индивидуальной защиты, в том числе и маски. Во Владикавказе 11 аптек фармации. Это аптеки номер 3, 4, 5, 6, 17, 36, 49, 51, 69, 70 и 82. На днях в республику поступила крупная партия защитных масок. 150 тысяч средств индивидуальной защиты уже распределены между медучреждениями и аптеками. Установлена единая цена. У нас около 10 тысяч масок. Стоят они 38 рублей 50 копеек. В аптечной сети фармации установлена одна единая цена по всей сети аптек. Она зафиксирована на эту поставку. Определенная цена 38,50. Минздрав и Минпром совместно разработали механизм обеспечения республиканских медучреждений и аптек всеми средствами индивидуальной защиты, в том числе и масками. Предполагается, что сбоев не будет. Мы активно взаимодействовали с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и также в сотрудничестве с Министерством здравоохранения нашей республики. И в связи вот с этим по просьбе не только наши, а это все регионы также как бы взаимодействуют именно и поступают партии масок медицинских защитных именно для республик, для регионов России. Заявку на следующую партию защитных масок уже оформили и отправили. Поставку ожидают уже на новой неделе. Алана Тумаева, Хатагапоев, новости Осетии.